Надоели читеры, донат и администрация, которой плевать на игроков? Ну что ж, тогда тебе к нам. Facepalm — это бесплатный проект с усложненными классическими серверами Rust, на котором ты найдешь отзывчивую администрацию проекта, отлично построенную систему подсчета статистики, а также сможешь заработать, просто играя в любимую игру. Facepalm — это проект, на котором ты можешь играть в максимально комфортных условиях. Тут не решает донат, ведь его попросту нет. А еще у нас проходят еженедельные конкурсы, и только у нас ты точно не останешься без своего выигрыша. Все это и многое другое уже ждет тебя на нашем проекте. А, вижу, корова летит. На Н. На Н. Туда надо в петушину? На Н. Бонни к нам. Че, нет. Тело свое. Пойду. Он близко очень пролетает так-то. Я думаю, стреляем. Тычка. Так, пошли на стены. Голова. Вижу их. Строят. Тычка. Все ведра, на эти ведра, стены. Не, ведра. Не все. Стены ставят. У нас здесь деревья гребаные, их надо срубить. Мастер, ты идешь в башню петушиную или нет? Я тут еще скидываю. Я тебя скидываю. Я тебя скинул на пол этот ПНВ. Ага. Я тут еще ящик с оружкой поставил. Нихера не видно. Одна засветка с этим ПНВ, а вдаль одна чернота. Они рубят, не, это да? На средней дистанции, короче, не близко. Надя рубит. Я. Не, не я. Мэтт. Мэтт, Мэтт. Хедшот, который строил. Тычка. Их редкибитка выросла буквально за 5 минут. И хороший обзор на нее открывался с левой стороны нашего замка. А с петушиной башни, где стоял я и мастер, был так себе вид. Но, по крайней мере, мои тиммейты раздамаживали их. Мне селки. Нужен был рассвет, потому что эти ночные пострелушки с болтов — это полная дичь. Они, по сути, и прилетели специально ночью, чтобы спокойно отстроить редкибитку. Рейдить ночью они не собирались. И вот наступил долгожданный рассвет. Я не понимаю, почему то не простреливается пулеметчик. Да. Хедшот. Крыша, крыша, вот эта, ты ее не видишь, она не прогружается у тебя. Больше. А, понял. Специально так делают. И там торчит у нее только ведро. Тычка. Хедшот. Голова. Хедшот пулику. Под стенкой. Пулику тоже хотел. Хедшот пулику. Возле коптера их, ну, кланового. Пошли направо. Направо, вижу, идет. Вот надо чекать, не с парадного может заходить. Хедшот, который в кустах засел. Тычка ему. Справа, в кустах. На дабл В есть в кустах. Это что? Голову. Это что за томик? Крэзи панда. Он убил там чела. Голова. По земле ходит вдоль ворот, это вдоль стены. Что? Это не под мы. Стенками. Это может быть кто-то из Crazy Punk, нет? Нет. Это он, не, враг. Он мне хэд дали, и он лестницы ставит, лестницы. К нам лезут наверх на башню. Где? На башню, да, наша башня петушиная. Понял. Петушиная башня. Соседний. У нас уже будет лестница. Перед тобой лестница. Сейчас залазить будет. Как залазить, зажимаем. Да. Не мансуй только, чтобы тебе не попал. Я не буду мансовать. Сзади. Голова, тычка, я минус. Справа от башни. Он на балконе уже? Нет, под башней.
Лестницу можно. Поверь, у него. У него без шансов. Блять, мисселки хэд. Сишки. Граната. Голова. Шуточка. Шуточка. Двое под стенкой. Будут заходить под петушиной. Ты минус, Коннорс? Да-да, ну под башней он сидит. Еще слева входит. Сверху. Сверху, сверху. Тебя. На петушиной. На петушиной. У тебя двое. Они на стенах, дай синфу? Да-да-да. На стенах вдоль по балкончику. Я в петушиной сижу. Коннорс, можете чекать, как будет лутать, я его убью. Так у всех кровати есть, Томпсоны там есть. Нет, чекнуть. Можете Коннорса сейчас с тела? Да, спрыгнул. Минус. Молодец. Он. Две головы. Все, я по инфе буду работать. Минус один. Это петушины. Две тычки на петушины. На петушины наверху сидит? Да. За дверью. Перед дверью. Петушину вырубите, надо их разряжать, ребята, на сеты. 30 еще. Коннор, заходи, зайди. Лезет еще. Одни, здание, туда не иди, туда не иди, там тебя убьют с окна. Я не иду, я одевающий. Готов? Пулемет, да. Голова. Они прорываются. Они прорываются к нам в петушину. На минус один. Минус. На петушины минус. И второй минус. Коннорс, иди лутай. Там еще один. Еще один минус, еще один остался. Они еще один. По лестнице. Понял. Минус. Минус. Хитовал. Еще инфа слева. Сейчас я. Да, слева сидит. Один был. Минус. Не минус, добейте. Убил. Все, минус. Петушины. Это что? Петушины рисуюсь. А ты под перед тобой сейчас будет. Лутать их надо, лутать. Лутать. Выхожу. Надо, лутать. Выхожу. Нет, лутаю. Вы сидите, мы лутаем. По мне пулик, ебать. Голову убил. Дым пустили. Меня убили. Дверь надо поставить. Петушины. Дверь минус поставить. Один. Они дымят. Не видно. Ракета. Петушины залезли. Убил одного на петушины, там еще один. Я лестницу смотрю. Я сейчас дверь поставлю. Там нужен сет печки большой. Я бегу двери ставить на петушиную. Сможете прикрыть? Я в минус, у меня. Сейчас попробую. Мастер. Они лутают. Я здесь. В петушиную зашли. Двое. Все, нет, петушиная нет. Двое. Подамажил двое. Надо лестницу снять как. Сейчас попробую с улицы. О, сраный пулик. А это куда ракета? По-моему, в основу. Они голыми, голыми лезут на башню. Блять, меня эфка не лезет. Два иголок минус. Молодец. Четыре хита дал. У нас пробитие на этаже. Снял здесь петронную. Молодец. Второй тоже нету. Еще два хеда дал. Там одна осталась, верхняя, они залезут. Спрыгнул. Где они? Дайте инфу. Застройка нужна, застройка нужна. У нас этаж один, это, минус. Минус один. Слышите, Мэтт? Да. Я на КД. Я КД. Где грильки? Где грильки? Поняла. Будут. 34-й где-то. Хедшот на третьей башне. Граник удал в третьей петушины. Давай. Наверное. Убил вроде петушины. Все, красава. Это не
точно. Доминик. Выше есть хранитель? Петушина, я... Не знаю. Нет, петушина есть. Блять. Есть петушина, закидайте его эфками. Эф? Петушина вверх, вниз. Вниз, вниз, где кровати? Крыша есть, петушины. Два хита внутри. А что он делает, я не понимаю. Кровать убьет. Опа. Там с граником в петушиной. А в третьей башне он закрытый или нет? Нет, по-моему. Но он двери выбьет. У меня кровать. Тычка на третьей башне. Петушиный хэд. Куда стреляют? Бочины на печке. Опять туда же, Мэтт. Мэтт, туда же иди. Я тебя иду прикрывать. Под башней минус. На периметре. По периметру он бегает? По периметру? В доме. В доме уже. Этаж ниже, я понял. Застройка была в Мэтт. Чекай, Дрозд, чекай. Я смотрю. Где Мэтт лежит? Вот она. Забираю. Железо. Все. Угу. Успел. А он с одной ракеты совсем был. Вот эту никак. Но если что, я квадрат. Не могу квадрат поставить. Есть, загрейдил. Давай. Залез РХБЗ. На мэт. Голову дал, убил. Билдинг. Билдинг. На, держи. У меня граник плюсом, я за ракетами. Мэт, почини вот эти гаражки, если сможешь. А, ну тогда понятно, что я не подумал. Хэдшот. Боня, петушина. Я могу попробовать двери поставить. Какие нужны туда? Туда железные побежал, нужны, двойные. Дрозд сзади. Он к четвертой башне побежал. Лестницу потому поставил что я на четвертую башню. Почему четвертую башню забрали, я не понимаю. Вы им двери открываете или что? На крыше. Нет, они наверх, наверх там. Да что так? Куда? Вверх сам лупят. Они с третьей лупят. С третьей башни лупят, можно подняться и забрать. Они на самый верхний этаж лупят, они амбразуры пробивают. Вон вот да, здесь я он. Видел, я видел. Здесь. Меня. Ой, я минус. Надо четвертую забирать. Нет, надо на третью. Хэдшот гранику, хэдшот гранику. Два. По мне елка попала. Блять, тут нету больше ничего. Тут наверху рекорд служит сгорать. У нас пробитие на где-то предпоследнем этаже. Вот здесь вот, Мэтт, вот здесь пробитие. Вот и там. Давай. Слева, слева, Мэтт, слева, слева. Вот минус здесь. Хорошо. Блять, меня положил. Они внутри чего? Внутри четвертой башни. Понял. Я здесь наверху, на ней. Мне нужна здесь помощь. Надо четвертую прокатить всем. Понял, киля, я сюда к тебе. Они потолок хуярят? Да. А, они в кровати. У меня ракета видит. Гаражка открыта на тот этаж. Ниже все закрыто за тобой. Я его со спаса убил. Я его со спаса убил. Какую башню? Четвертую? Какую башню? Прям у нас уже в основном доме. Четвертый этаж. Убил, да? Красавчик. Да, поднимаюсь. Да, лежит, я не знаю. Меня тоже убили. Человек пробовал? Так пробовал. Вижу.
Чисто. Они прорвались, этаж прорван. Это бобер здесь лежит. Верхние этажи самые, не открывайте. Так, уходи, Мэтт, уходи. Ну они справа где-то, лук с печной. Мне открыть? Подожди. Они прям в лутовую, алло, бьют. Они прям в лутовой уже, ребят. Я так... Меня ракету убил. Как? Ты там внутри, да? Ну я, да, ты все просочил туда. Минус. Блять, вы что ли все заспавнились? Ёб твою мать! Охуеть! Извиняюсь, это эмоции, не ожидал там своих увидеть резко. Так. Так, какие варианты? Варианты есть. Они в лутовой, все, основной. Вариант Томпсона. Я в фулл сет вкладывал, в печке большой. Калаш и броники с химкой. Фулл печка большая, ты что, да. Она это, зарейжена? Блин, факт, что они его нашли. Это хоть что-то. Блять, он еще с гранатометом пришел. На третьей башне. Их рейдят в ответку? Рейдят. Что? Да. Это... Я их раздамаживаю. Ай, блядь. Один хп. Хедшот минус с граником. Помогай. Я вот того их держу. 20 секунд. На каких башнях? На третьей. И четвертый у меня внутри. Попробуй подойти к четвертой. Тычка. Они спрыгивают. Третью не вижу. Отходит, дал базар. Меня убили. Я минус. И вот внезапно со стороны их рейд-будки начали доноситься взрывы. Их рейд-будку начали рейдить. И это были реальные стрим-снайперы, которые ненавидели его. И знали, что у него там есть ракеты. Но в клане Ежана было 12 человек. 6 из них оставалось в нашей базе, а 6 других дефали рейд-будку. Нам нужно было зачистить дом от оставшихся. У нас на первом этаже? Да. Проходим, наоборот, вниз нам надо идти. Минус нахуй! Молодец. Надюш, здесь война, поняла? Минус 7, минус 7, заставил! 9. Я петушиную смотрю. Подъем. Мы идем в лутовую. Это мы. Есть застройка. Железо взял, да. Быстренько. Я беру дерево. Есть... Камень, бери. Есть? На еще. С ракетами были? Отхват. Две ракеты только. 4 ракеты. Ой, у него в сторону шкафа. 5 ракет скинул. 2 ракеты здесь. И гранатомет. Это наши. Это наши ракеты. Нормально. Красавчик, адекват. Адекват, срочно сюда. Адекват. Подожди, застраиваю, блядь. Ну ты застраивай там, дай дуб. Делаю двери. Чё, где? Сюда, назад. Поднимается. Вот. Минус! За гаражкой там дыра. Там дыра за гаражкой. Бобр шел. Давай. Мэтт, делай двери двойные. Делаю. Не стой. Вот, скидываю делаю, тебя. Да делаю. Готово. Много я делай. Ствол там буду отстреливать. Лестницу снял. Хорош. Сзади. Иду на петушиную. Подходит к петушиной, голый Коннор слезет. Смотрю. Выхожу на улицу. Меня убил. Деф, у меня Элка там был. Поверху идет, снизу повер, а наверх, снизу наверх. Ты пошел, я минус. Ой, прости, дрозд, прости. Еба. Минус, который в уловой на балконе. Нет, калашом, бежит. Стенке. Печная, по стенке. Спрыгнул, понял. На грилях был. Лутаться бежит. Голый. Ах ты, блядь, убил меня. Адекват, наверху нужна застройка, нету, да, у тебя? Да, наверху, блядь. Блядь, тут чуть-чуть застроить надо. Не успел лестницы снять. Дрозд, над тобой смотрю. Пас, здесь все пусто. Дрозд, над тобой кто-то должен быть, на петушиной говорили. В печках. Да он же прошел. Нет, прям в печках бегает.
Извини, а что в тебя начал. Он внутри! Да, да, он да. Внутри! Убивай его! Прощай, гондон! Убил! Одного убил, слово наверху. Упал. Ебать в нем! Где-то еще. Конор, где мы с тобой были? Понял, пока прикрыл. Я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу. Я в дом ухожу. Фуловый вниз упал, фаст. Там в сторону шкафа уходи, я там ящик есть. Да, нужна кияночка. Адекватно тебе была... застроить сможешь, есть? Нет, так вот на мне. Так, на Элигорн лезет, ага. Много металла в шкафу, имейте в виду, много металла, оружие. Элки, поняли? Да. Да кого ты там скидывал, говорю, я скинул. Тихо! Третий верстак скинул оружие. С петушиной лестницы снял. Напротив петушины, откуда-то оттуда, да, Конор? Снял, снял. Четвертый, да? Да, петушиной наш. Не, нет, с четвертой вроде тебя сняли. С четвертой наш забежал. Я слышу, с четвертой сняли. Долутываю того, флоуа. Лестницы все снял вроде. Так, здесь дверь надо поставить. Здесь внутри тоже фас снимем. Долутал. Так, иду ставить стенки. Давайте, ребята, давайте, молодцы. Я до петушины иду. Петушиную надо поставить дверью. Да вокруг. Надо идти помогать. Или что? Пока вы застраиваетесь, мы дефаемся. Ребят, надо идти помогать. Рейдить. Пока нужно застроиться. Железо. Обязательно быстро. Железо печной, в печной. Да? Да. Все, застраиваю тоже. Пошли, дрозд, туда, нет? Давай, пошли. Пошли. Через ворота главное. За рыд кибитки Ежана слышался пулемет, и мы сделали вывод о том, что они отступают. Мы их полностью выбили из крепости, ребята там уже все застраивали по полной программе, и отступающих оставалось только дожать. У меня, на мне, ребята, карты, только карты. Карты, все. На картах. Прям в упор у меня, поняли? Я слышно далеко еще. Минус. Заклинило меня. Еще один. Убил. Тычка много дал. Подними. Подними, пожалуйста. Сейчас, подожди. Сначала Конорса. Вот еще. Три тычки. Мой, я минус. Это другие. Те, кому мы вышли в спину и думали, что это отступающие, оказались антирейдерами. Как раз те, кто и бахал рейд-кибитку. Определив это по никам, соответственно, я сказал ребятам, что мы не идем туда снова, потому что антирейдеры только нам на руку. У них там своя заварушка, а мы должны вернуться к защите нашей крепости. Я вот тоже думаю, они ж пока хилкуют, блядь. Да, пускай антирейдеры помогают. Давай останавливаться пока. У нас нормально рекуп получается. Вот, это ожил пулемет. Пошли домой, давай. Да. Я вообще бахнул бы, блядь, этим. Сверху там одну амбразурку надо поставить, а так я настроил. Отстрелочки. Амбразуры делаю? Да. Сколько? Одну, две сделаю на всякий. Вроде одной нет. Четыре делаю. Стены заполнены. Не знаю, не наши. Здесь ставлю там гриль. Стой. Стен надо ставить. А, фаст, есть янка? Есть. А, сзади дома. С стороны болота. Все, печка восстановлена, грили стоят. Ребят, еще инфа, где крейти что? Киянки просто дымились от починки. Крафт не останавливался. Лут раскидывался по своим местам. Наш периметр был под постоянным наблюдением. Каждый был занят своим делом. Штурмовые лестницы со всех башен были сняты. Мы думали, что это все. Мы отбились. Но не тут-то было. Началась вторая волна. И на этот раз ночью. Но я так понимаю, они ничего не утащили из наших лутовых. МВК, проверь количество, я тебе точно. Экспа была? Экспа была в эксплозии, они туда не дошли. Как он запрыгнул? Как он запрыгнул, Конор? С петушиной, видим. А что на петушиной? Есть, думаешь, что? Чел запрыгнул с крыши. А что, он ноги сломал? Давай. Отвлекай, вышел. Отвлекай. Отвлекай. Давай. Я его отвлек. Хорош. Молодцы. Лутай, уходи. По нему кто-то еще стрелял. Меня с селки убили. Надо лестницу. Блять, у меня опрокинули. Давай, Альки. Не нашел её. Сними лестницу. Да, эта штука просто. Лови. Давай, скинь, что не нужно. Сними лестницу все. Бью, скинь. Домой заведи. Готов? Так, есть. Готов. Корова, короче, у хорона. Закрывай. Нашли ставни. Я прошел.
в упор. Там еще один был. То есть там двое, короче, под башней. Двери же стоят. Захожу. Не вижу ни хера. Зажигаю факел. У тебя бунь есть? Что, калаш надо тебе? Зато они все... Есть у меня, есть. Аккуратно, аккуратно, не лез. Ты что-то был? Я кем-то там. Они прямо лезут? Они прямо лезут? Нет. Ты что? Убил? Да-да-да, я умер. Ничего страшного, ничего страшного. Я к этому дал. Ой, простреливаю через окна. Да хера там, мастер. Крыша. Слышишь? Две тычки. Как ты слышишь? Ой, с улицы лестница. Он по периметру, он спустился на периметр. Не знаю, почему им так понравилась петушиная башня, но на нее снова налепили лестниц штурмовых. И они снова пытались через нее прорваться. Он спрыгивать будет, он спрыгивать да. будет. Лезут к вам, вам толпа ребят лезет. Один минут, один шмаляет. Через петушины все. А одного убил, еще один под лестницей. Спрыгивать надо. Готов? Тихо, там фаст. Корова улетела. Слышишь, мастер, напротив нас, он поднимается. Понял. К фасту. Я в тебя могу попасть просто. Готов? Да. Он напротив нас. Закрыл. Он там подлетал вроде. Корова ни хера не видно. Улетела. Одна. Открывай ты, ты открой. Никого. Он мог, только если справа. Пошли вниз, вниз, Боня. Справа может быть? Снимок. Только мог. И все. Еще бегут. Нету справа. Там калаши должны быть фаста. Нашел калаш. ЛФ-ку нашел. Я закрысился. Я его контролю тогда даю. Он залезет, ему кранты. Угу. Я тоже по нему пытаюсь. Подобрал лестницу. Вот на это надо снять. Выкинул нахер. Молодец. А, за трой там. Что? За трой бежали с надеждой, чтобы есть лестница. А мне и нету. Сейчас поставят. Ну нахер с Гроника. Меня не залутать, здесь никого не вижу. Мастер. Что, перед тобой. О, патроны. Фрося. ПНВ. Все, я с ПНВ. Нормально все. Okay. Я ж правильно смотрю? Они оттуда да, лезут? Да. Оттуда. Лестницу поставил. Да, лезу. Минус. Ага, минус, ждем еще. Все. Минус. Минус. Здравствуйте, я сейчас упаду, есть хил? Нет. Бинтик. Рэк, можешь выйти, лестницы снять, чисто. Дерево будет. Ты перезарядился, мастер? Мастер, нет. Ты перезарядился? Нет, 10 патронов. Быстрее. Корова минус. Перезаряжай. Да. Я следующий перезаряжаюсь. Давай. Блядь. Перезаряжаюсь. Открытые двери. Слышите, двойка открытой двери. Можно закрыть там. Мне ничего нет. Мастер, чекаешь? Я залутаю этого хрена. Давай. Двоих лутай с калашами. Свет уже, а я тут в ПНВ сижу, блядь. Да, тут одно светло. Лезет. Готов. Катшот минус. Конвейер. Вторую башню закрыл. Закрывайте все башни, да. Лутай. Но он на стенах бегает. На стенах. Ребята, с дома можете убить этого гребаного чувака? Да он бегает по периметру, его хрен поймаешь, блин. Ну ладно. Да и просто не выходите на улицу, мы держим здесь, главное. Собираем с них лут. Всех лутан. Минус. Да. Убил. Кто? Который убил, по периметру бегал? Да. Молодец, да, красавчик лучший. Они с пуликом идут. С чем? С пуликом. Враги? Да. К нам ничего не осталось. У тебя есть ткань, мастер? Есть, немножко ткань. Спальники? Сколько? Да, спальник нужен здесь. Тебе и себе, короче. Давай.
ЛР-ку могу дать. Один кинул, сейчас тебе крафчу. Мне патронов осталось. Ой, ЛР-ка идеально было бы, она безодачная. У меня калаш мотает по всему небу, блять. Подождите, патрон. Да, на ЛР-ку. Патрон не нужен. Ты уже контришь? Да-да-да. Я его не спрашивал. А, это наш, наш, наш. Давай. Контришь? Контришь. Давай. Под стенами контр, наши под тобой. Да-да-да, все нормально. Ушел. Так, я тебе спальник пошел. Именная Ежановская, ребята, Ларочка, на мне. Ага. С прицелом и его этим скином. Радуга всякой. Ебой. Блять! Ух! Кинул тебе. Семерки спать. Под петушиной есть еще тело. Я его даже не вижу. Он это... вниз. Это антирейдер, походу там нет. Двое. Мастер, подними, мастер. Подними. Вчера ему я нахитовал. Как он отбегай, выжил? Отбегай. Одного убил. Одного убил. Три хита. Так. Дым опять. Дымят. Еще один. Снизу идут. Да? Насквозь. Башню, башню убьют. Левую. Слева от петушины. А, в ту башню, понял. Все, туда мы пойдем? Да. Убил его, убил, убил. Минус два. Гранатометчика? Еще один. Он тебя нахитовал. Еще одного убил. Убил. Еще одного убил. Флоуа. Под башней все лежат. Коннорс, на. Коннорс. Ай, бля. Я уже под башней. Нахитовал там, короче. Бонни, есть стенка. Стенку надо. Я туда. Контрольник, блин. Есть еще один внизу, еще один внизу. Убил, 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 убил. Понял, я наоколо резу и сбегу. Голый сбежи там. Это я. Да, я понял. Он также в углу. В углу, в углу. Ствол не найти. Бля, я в патроны. Убил, 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 убил. Хаттычку. И это я. Идет, 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 идет. Один три тычки упадет. Заметим последний. Последний бежал. Еще бегут. Контроль угол. Еще бегут. Еще бегут. Контроль угол. Контроль. Слышишь? Они задали, да, но красные все. Минус. Убил? Вниз, вниз, и там еще один идет. За стенкой будет один. Сихи пошли. Это я откидываю нахер эти сихи. Ребята, они херца им, блять! Я здесь один! Я с тобой. Мы закрыты полностью, братан. Лутай. Штурмовухи есть? Штурмовухи. Да, есть, есть, есть. Ставьте штурмовухи, слутовый. Поднимайтесь. Секс. С другой стороны башни тела есть. Он голый. Минус. Так, убил, извините, да? Сихи, да. Я откинул, чтобы нам стены не взорвали. Все нормально. Ракеты плюсом 3. Ой, тут нашел там еще сихи. Я своего трупа и откинул сихи. А, все, хорошо. Несу я лутовую. Пытаюсь, я пытаюсь забрать сихи ракеты. Справа, справа говорит, лестница. Да, на крайней, они с другой стороны. Мэтт, красава, бля, я тебя обожаю, как ты мозграника просто пши. Да я перекликовала. У меня релот был. Я еще и банку с собой забрала, судя по всему. Нормально, нормально. Ты тупо затащила. Ну помирать так с музыкой, чё. Они с другой стороны бьют, другой, противоположная. Одного убил, еще один здесь голый. Зашел, зашел. У меня патроны кончились. Один в я в петушиную зашел, я отхил. Напротив печной, да? Один был. Вижу. Ребят, есть один. Где-то у вас голый. Чекните нычку. Минус, убил. Калаш. Все, все. Хорошо. Калаш минус.
Мастер, смотри там. Да-да-да, я хилю. Мэтт, я смогу тебя прикрыть, слышишь, чтобы ты застроила. Бегу. Я дым кину на дырку, я дым кину на дырку. Ты уже лесу взяла? Да. Здесь чисто. Когда команда? Сейчас, давай, сейчас, давай. Сейчас. Мы контролим все. За печками большими, Мэтт. Блин, там... Все, я дым дал. Блять. Рейдблок, да? Запустите. Должен был пройти уже. Рейдблок. Все, он зашел с гранатометом. Тихо, отойди, отойди. Мэтт, отойди. Нахера ты обошел эту систему. Меня потом сноси. Там тихо. Второй этаж еще. Я понял. Успела. Сейчас исчезнем. Минус. Йелло, да. Йелло. Готово? Да. Нет, блядь. Вообще нету. На бинтах. Они в два болта. Молодец. Хэт кому? Меня убили. Мне. Не знаю. Я ему дал много тычек. Убил его. Все. Добил. Все. Убил. Еще один. Убит. Сбит. Так, тихо. Меня рис. Лутаю его. Я лутаю его. Давай. Все, слутал. Отходи. Второй еще там был. Второй гол у меня берданка. Он калаш только, да, либерданку схватил. Бонни, ты где? У меня дерево не хватает. Я внизу. Адекват, говорю, держи. Справа, от застройки скинул РПГ. Куст, вода, болото. Иду. Понял, взял. Вижу. Два кита дал, налево ушел. Все. Красавчик. Здесь дерево здесь. Теперь, дерево. Готово. Молодец. Опять бахают в другую сторону какую-то, да? Вот-вот, отхват, вот сюда. Отхват сюда бахают. Так, и сюда тоже. У нас на периметре! Нет, внизу, внизу, возле печной, где ты мне скидывал лут, Рост. На крыше есть тварь или что? Здесь нету башни, они прорываются, сейчас дверь минус будет. Вижу, вижу, вижу. Готовься. Ждем. Хидл в проеме. В каком? В этом? Опа, он на башне. Последняя, короче, дальняя. Минус. Минус, убил. На башне. Хилюсь. Да? Еще один есть в дырке там. Надо дырку застраивать. А по периметру бегает у нас. Кто? Наверху. Минус один. Не понял вообще, откуда били. Одного бил. На петушины где? Не-не-не, шестерку. Да, но самый дальний. Там, я понял, там с лестницы штурмовые, сейчас сниму. Он на гриле, на гриле. На гриле. Ребята, они просто на хит. На печке. Один хит им дал. Один хит. Гранатометчик минус вообще. Гриль хит. Упал, скорее всего. На гриле. Нет, еще. Дал хит. Минус на гриле. Молодец. Где? На лестнице. Зашел, я зашел, штурмовые зашел. Снимаю. Внутрь, внутрь, напротив печки. Блин, мне клаш помог. У меня оружие, рип. Что надо, калаш? Я минус. Блять! Убил меня! Кто его сейчас поставит? Не дайте! Я минус. Успели! Успели они? Да, блять. Что они поставили? Свой код не успел. Дверь, дверь их, блядь, сука. Ну, дверь его надо. Застроить можно, застроить можно. На гриле. На гриле? Да, чё на гриле? С калашом. На периметре есть. По стенкам. На гриле никого. На гриле никого. Двери, двери. Блядь, по мне. Снизу, снизу. Нет, с петушиной. Нет, сверху, а. Сверху петушины. Две тычки. Это я. Слева, слева на гриле. Слева на гриле. Че, пробуем? 20 хп. Подожди. А что там есть? Обойдем? Не-не-не, подожди, здесь-то ничего нету. Конор, пытайся его задать. Блядь, ничего нет. Ну ладно. А может кто-то не... 56 патронов. Ой, блядь! Дырка, дырка. Нихера! Надо...
по сути ничего. Минус, нету. Минус, минус, минус. Да, контроль. Контроль. Ой, тут двое. О, не с ракетой. Убил ракетницу, убил! Еще, там помоги! Еще один. Там еще двое! Ребята, двое, они у шкафа! К шкафу подходит, да. Резусь в основе. Минус второй. Держи. Меня убили. Нужна застройка гребаная. Есть застройка у меня. Доминик. Он всегда убивает. Пробуем, давай, вот сейчас слева это рядом. Доминик лоу. Да, блин. Гонина, запасной план. Какой? У меня уже есть такой. Гони со стороны вору. Я убил троих! Я убил троих! Я их там всех убил! Я всех убил, ребят! Застраивай! Я не могу! Я не могу, я мертвый! Так ты меня убил! Мы обменялись ракетами! Один! Иду пацанам помогать! Я здесь! На сверху! Ребята, лутайте, слутывайте дальше, застраивайте! Застраивайте! Он перед входом в печку. С меня взяли ресы, чтобы застроить. Короче, я пытаюсь найти тебя. Они толпой бегут уже, ребят. Я ребята, оружие. Они толпой. Много. Строй! Быстрее! Пошел. Мы лучший! Зашел! Зашел! Куда зашел? Все, на печной. Здесь, здесь застраивай, мастер, здесь. Стой, калаш, 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 стой! Калаш там, калаш! Давай, давай. Быстрее. Грилька есть. Рейдблок будет иначе. Много на гриле. Стой. Стой, 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 стой. Все, застраивай. Все, застроил. Вот эти все. Тут все. Слутываем. Да не убей его. У меня ничего нет. Так, застройку скинуть всем, да? Фу, миллиард калашей очень плюсом, короче. Оружие пол ящика, наверное. Значит, аккуратно, что они враги будут. Скорее всего. Да! Где? Прям за дверью. Да, они все время там сидят. Двое. Двое. Главного входа? Да, 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 там в кустах сидят всегда. Если вы успели, скажем так, забрать все разрывные, то у них по-любому уже нечем. Нет, нет, слишком нет, много. Нет, так, ну, они налево разрывы, ушли. Разрывы вообще. Они налево ушли от двери, налево. Налево, понял, принял. Один направо. Надо башни, может быть. Гриль бросают, застройку в гриль бросил. Надо ремонтировать, дай, где металл есть? Я ремонтирую дверь, они здесь говно. Отремонтировать очень двери, у них ХП. Я понимаю, Мэтт, но да, 200 да. Металла тебя не спасет. Да это я уже поняла. Три хита так, базу выдал, два по второму. С башни. Стены главное. Вот здесь стены. 5 ХП. Где? А в шкафу возьми металла, нет в шкафу? Да, иду. О, нормально металл. У них почти получилось прорваться, но обмен ракетами зарешал все. Они стояли в одной точке толпой, и их убило всех. Чинимся. Корова улетела. Понял, принял. Корова улетела. Баррикаду в окно у двери. Так, я нахер все ковры снимаю, здесь у нас тоже повреждения. На стене остался еще. Не знаю, сколько еще. На грилях, на грилях есть. Нет, на грилях говорят. Сейчас я сверху еще один. Извините, я нервно ковры расставляю. Залез еще один. Серьезно? Где? Куда? Во что бахают? Не знаю. Одна ракета только улетела. На выходе. На выходе есть кто-то из наших? Я стою, начну застраивать. Слева в кустах, давай, открываешь. Я... Второго не... выхода контролит, они по стенам бегают. Тихо. По стенам, говорят, бегают. Меня надо на стрелку выйти. Надо на стрелку выйти и снять их с этих, с... Да, да, да. Ну да, ты да. Понял. Еще один минус. Смотри. Накидал справа. Да, он справа, мастер. Я иду убил. На этаж выше. Убил? Там внешку минус убил. Мастер, пошли там. Выходить за стройкой. Пошли, да, я вот их хочу. Все, лутай, идем. Лутай их, дрозд, лутай. Я бегу. Сверху, через там второй и снизу. Через низ, идем, через низ. На грилях минус? Да, один.
убил. Молодец. Ебать. Петушиная. Тихо. О, петушиная башня. Подбежал конник. Справа уже. Это наш дрозд, это дрозд. Пошли застраивать, пошли застраивать. Еще на мне, на мне. По периметру еще бегает. Убит, спасибо. Убит. Петушиный один. Видите, мастер, застраиваем. Мастер, застраиваем. Давай, мастер. Убил. Сори, мастер. Добил. Попал под пулю. Все нормально. Чекаю петушиную. Поднял. Я контролю его. Мастер, застраивай сразу. Мастер. На кислоту. Я. Занес оружие. Ребят, калаш нашла. Все, застраивай. Заносите все. У этого разрывные. Норм, я застроил, бегу. Мастер? Да, все. Все. Повижу лестницу между петушиной и левой. Сейчас заношу лут. Это наш лут. Есть клеенка, на. Давай. Мастер, я это контролирую. Минус петушина, минус. Видел. Убил. Ребята, и за петушиной на улице я сделал. Рекер, с петушиной лутай. Сейчас можешь? Попробую пробраться, это очень сложно. Сейчас. Ой, еще блин, она сейчас не поставится так. Изнутри ставит, походу. Я контролю. Только изнутри ставит. Которые они поднимаются. Ну дай мне чисто на одну эту поставить, да, и понял. Эту достаточно. Чего так и не появилось, да, шприцов? Не-не-не. Они пишут в чат. Оружие да, есть. Что они пишут в чат? Тихо. ГГ пишут. ГГ. Пони ГГ. Дерево. Все, мы отбились. GG. Дерево, мастер. Я даже чат включу. Это был пот. Не, ну хотя бы ладно, адекватно. Лутал еще фул в периметре. Болт калаш, фул сет. Молодец. Занес. Вот он. Дрозд, дай бинтик, пожалуйста. У меня нет, еще у меня 4 хп. Могу бинтик дать. 3 хп дам бинтик. Кому я на грильке. Тут хил есть. Вот спускайся вот сюда вниз подо мной. И я помру. Эти спрыгнут. Ребята, все. Расслабляем булки, мы отбились. Может, я тогда сломаю этот фундамент обратно, чтобы здесь буферки полноценно построили тогда. Еще стреляют. Спасибо. Мэтт, мы не. Еще! Разрывные! Коннорс! Ого! Ты че, шалишь? А, да нет. Там разрывные были. Лутайте всех в периметре. Этот Фрось убивал, я думал, он слутался. Ну как бы закончили. Ну, не за... ну, они ГГ, но еще не расслабляйтесь, еще как бы. Бегаю. Ребята, под стенами. Под стенами бегаю. Да, все. Минус в вертолете. Мне нужно еще ящики ставить. Еще тычка. Ставлю. Что ж, это была великая победа. И это был настоящий глобальный штурм нашей крепости. И мы выстояли. Я никогда в жизни не писал в чат кому-либо. И здесь я проявил уважение, написав им GG. Good game. На тот момент я еще не смотрел его стрим и не знал, что там льется грязь, что аж пробку надо. Но, тем не менее, контент получился адовый. Что мы, что они, сражались до конца. Так, блядь, что у нас по повреждениям? В печной минус! Я упал, поднимите! Поднимаю, почему? У меня инфаркт! Пипас мне прям... Я не буду рифмовать. Да. Откуда он здесь? Кто это? Это один из них. Он до последнего сражался. Он сидел здесь до... тихо, Рекордс, это я. Да я просто смотрю, что... Нет, лучше с этой стороны войди. Не можешь? А, ладно. Да. Я про это. Я тебе просто, просто поскринить трупы. Калаш у тебя. Подойди. Да вот, о, ты, ты не видишь, что это? Кладбище, подожди, пойдем, в натуре. Пойдем на улицу, братан. Иди сюда. Где стенки? Твой сет. Пойдем. Мой сет? Да. На улицу посмотришь, это улицы, там пиздец. Короче, ой, от второй башни ничего не осталось. Ну так как дверь не наша. Ага, вот они проходили, понятно.
Да, нет вообще. Нет, просто пиздец. Я когда дверь открыл, я охуел. Ну что, хорошая тема с этими заборами, кстати. Бонни, я с двушкой этого чела, блядь, убил сишками с ракетами. Нет, ну что? Есть, курить, вот это дыра! Боже мой, наша башня! Застроим, что-то восстановим. Вот это место! Вот это место памятное, адекват. Слышь? Адекват, иди сюда. Памятное место. А, стенки нету, я понял, вот как они. Не-не-не, памятное место. Господи, мой херей, вот. Слушай, посмотри, какая. Так ты посмотри, какая хорошая идея. Вот здесь вот поставить стены. Я хочу их вообще теперь поставить везде. Да, 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 красиво. О, плюс к этому, к атмосфере. Застройщика ведите сюда. Ну что ж, ребят, вот мы и отбились от онлайн-рейда большого клана. Это был клан Ежана. Вот, и... Я не знаю, слов у меня на самом деле мало. Вот, одни эмоции. Это было очень жестко, но крепость выдержала. Крепость выдержала, все ребята выложились на 100%. Это был ад. Это был ад, и я не знаю, типа... Я думаю, это достойно лайка и вашей похвалы за такое масштабное сражение. Такого не было практически... Ну, с поляками такое, возможно, было, и то мы тогда проиграли в рейде. Так что это GG. Это GG. Что там? Что там? Вот где? Это Дрозд! Вот ты это где? Собиратель трофеев у верстака третьего. Красавчик. Не, ну я на память хочу. А ты, кстати, взять. Возле третьего верстака видел? О, возле третьего верстака, возле шкафа. Вот, это все, кто, по сути, рейдил. Бонни, покрасишь потом одежду? Подожди, я ищу член, хотел сказать. Этот, шлем этого бобра, где? Слышь, подожди, было же объявление, куплю череп бобра, за сколько, Дрозд? А я что, помню, что ли? Мэтт, там с меня соберешь? Бздена, а не бобра. Закопьте. Дрозд, погоди. Так, ну там мой трупик. А что ты говорил посмотреть, Дрозд? Возле шкафа, ящики. Шкаф на туре. Вы там не были, что ли? Ну я туда заносил лут, который выбивали мы с них. Там сколько всего уже? Ракеты, да, лежат разрывные. Патронов миллиарды, Мэтт, кстати говоря, имею в виду. По итогу мы получили тонны лута, тонны сетов, оружия, даже взрывов и всего прочего. Как говорится, GG это GG, но всегда нужно оставаться на стрёме. До встречи в следующем видео.